вас. По идее, мне это зачлось. Короче, я так и буду страдать до конца игры. Потому что я не хочу никого убивать. Все, до свидания. Ну, только какой до свидания? Все, ребят, я уже и с вами тоже не хочу драться. Пожалуйста. Ну почему? Тупость-то какая? Почему нельзя уйти от погони? Ну вот... Да какая тупость, а? Блин, ну это вообще бред, короче. Бред. Я очень рано пошел на эту территорию. Надо возвращаться в больницу и качаться. Надо сожрать всю больницу, чтобы, короче, тут все, походу, всех нагибать. Да ядрен батон. Вообще, это было очень быстро. Блин, какой же я дурак, то что сюда зашел. Блин, а? Ладно, сейчас все будет. Это как с теми, ну, со скалями. Они очень легко, короче, меня видят. И все, и хана. Так, как же быть? Нету ни стоящего оружия. А я же изготавливал сыворотки. Где они? Так, стоп, у меня появилась картечь. Да что ж ты так быстро устаешь-то, говняшка? Да, у меня не то в руках.
Так, на него это не работает нормально. Прошли, прошли, зритель. Еще одна, а еще один тяжелый бой. Все, ну нахрен, хватит с меня. Вообще эта игра не предвещала никакого хардкора. А ведь тут еще, кстати, те же самые. Вот это меня, кстати, убивает. Они восстанавливаются практически мгновенно. Где вы мои? Вот любимая еда. Куда ты убегаешь? Так, вот пару крысок заточить. И обратно в больницу. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Понятно. It's locked. It's locked, all right. Да, я с ним хочу поговорить. I'm Dr. Reed. Мексиканец. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now... I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean? You used to be a doctor. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Давай поторгуй, может быть, у него есть? What you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Опиум. Похвалида. По-моему, мне нужно было опиум. Вот так вот, давайте. У него нету нужного мне ингредиента. Это жесткий, сука, фейл. Так, я понял, где. Надо подняться к себе в кабинет к рабочему столу и проверить. Может быть, я смогу что-нибудь разобрать. Пожалуйста, пожалуйста, разберись что-нибудь на этот сраный гидрохлорид. Ура! Дурацкое сюжетное задание выполнено. Что это? Так, стоп, а улучшение оружия тут? А, да, тут. Можно ли улучшить топорик? Нет. Да. Ёб твою мать, или... Когда... Да, добавляет 3 оглушения, а это позволяет поглощать кровь, когда оружие наносит урон. Не, уж лучше 3 единицы оглушения.
понятно, что ни хрена не улучшишь сейчас. Самое время прокачаться. Ну, медленно, но верно. Я двигаюсь по сюжету. Вы останавливаете кровь в венах, цели, делая ее беззащитной. Это очень уже тоже нужно. Когти 1000, ни хрена себе. Ну вот и все. Окей. Что-то я плохо выгляжу. Все хуже и хуже. Отнести лекарства в палату и отдать дороги. А вдова ушла опять на кладбище. И игра хочет, чтобы я тоже пошел опять на кладбище. Да хрен там. Не сейчас. Returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls? When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Так, заболевания снижаются. Качество крови граждан снабжит... А, заболевания снижают качество крови граждан. Снабжайте их соответствующими лекарствами. Поговорите с пациентом рядом с Дороти и узнайте о его состоянии здоровья. То есть мы как бы лечим, можем их лечить не просто ради того, чтобы, ну, как бы помогать, а чтобы потом более качественное мясо жрать. С целого шкафа мы смогли взять только пробирку. Эдгар Свонси. Не забывайте, кровь граждан дает много единиц опыта. Ищите тех, чей уровень гипноза меньше или равен вашему. Но обязательно обдумывайте свое решение. Он наверху. Hey, Doc. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven.
Да, вот это вот лучше попадает. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. В смысле не блестящий врач? Я теперь бессмертный. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Так, поговорить с покровительницей больницы. Письмо от Ракеши Чинады. Пембургская больница, 4 августа. Дорогой доктор Свонси, я готов управлять временным моргом, как только он откроется. Как я уже сказал, на фронте я был врачом и буду рад снова послужить своей стране. Я знаю, что врач для живых и для мертвых – это не одно и то же. Но мне кажется, что забота об усопших – это важно. Будьте уверены, я приложу все силы для того, чтобы исполнять свои обязанности. Относительно моей квалификации, мне жаль, что я еще не могу подкрепить свои слова. Я клянусь вам, что в полку меня сделали врачом, и на фронте я спас жизни многих людей. Если моего слова недостаточно, можете связаться с военной администрацией. Там подтвердят наличие у меня опыта и навыков. И засвидетельствуют то, что на войне я получил все необходимые для врача знания. Даже если я никогда не изучал медицину. Искренне ваш Ракеш Чинада, бывший врач. Прошу прощения. Икота подкралась незаметно. Письмо с предупреждением. Дорогой доктор Свонси, считаю своим долгом сообщить о своих опасениях относительно случая с доктором Торо Стриклендом и Харви Фиддиком. Мистера Фиддика госпитализировали с тяжелой производственной травмой. Если не провести правильный курс лечения, он может лишиться руки. Доктор Стрикленд утверждает, что хирургическое вмешательство может полностью исцелить Фиддика, а я заявляю, что рука может навсегда лишиться многих функций, если возникнут осложнения. Наш юный коллега смелый и одаренный хирург. Через несколько лет он, возможно, станет превосходным специалистом, но сейчас он не обладает необходимыми навыками для проведения такой рискованной операции. Должен ли я напомнить вам об ошибках, которые он совершил в прошлом? Поскольку доктор Стрикленд отказывается меня слушать, я настоятельно рекомендую вам запретить ему проведение столь опасного эксперимента. Короче, читать это, ну, не будем. Кто захочет, читайте на паузе, потому что это очень долго. Вот. Но читать это, ну, как бы открывать эти документы надо, чтобы вот новые подсказки в диалогах открывались. Ну да, конечно, пришлось все оббежать. Ну так это она, вампирша.
Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind. The blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Еще бы она не запомнила. Apologies. You've taken me by surprise. Давайте будем кадрить вампирицу. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions. But our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze. The blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Who would be so foolish as to threaten you, a kindred spirit? Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient, or their family. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Я разберусь. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Поговорить с Харриет в больнице. Музыка стала более энергичная. Думаю, сейчас надо будет поговорить с Харриет и уже закругляться. Мерзкая бабка, а? What? What is this? Who are you?
Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. Господи, эти бабки. I've been a patient here. You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Давайте ее съедим. Jones. Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings on. Was it a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. Да, бабки любят детективы. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off, they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Ну ладно. Эй, Гвинет. Бабуля. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Давайте сначала наводящие вопросы. The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Мне кажется, это черный. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Куда он делся? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses? Я второй раз задаю этот вопрос. Let me guess. You spoke. Пусть она не ответит. Goodbye, Nurse Hawkins. Нам вниз. На правый. А куда там вниз? Блин, ну, бабки пришли. Yeah.
Ну тоже, конечно, такое это себе. Как бы насчет плохого отношения. Чума, война. Медсестры тоже могут с ума сходить. Ухаживать за таким количеством больных. Нажмите. Так, левый стик, чтобы активировать чутье. Если горожанин ведет себя подозрительно, сердце будет светиться по-особому. Посмотрев на горожанина, вы разблокируете особые действия. Вот это вот интересно. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. Charlie Chaplin. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Она так быстро уплыла.